Дорожные хроники всегда популярны у читателей, зрителей, слушателей. Аварии, происшествия, ремонт, новое строительство. Поток новостей не стихает. Как снижают количество аварий и тяжких последствий на наших трассах? Вопрос важный, но обсуждаемый не ежедневно. Как сегодня работает дорожная полиция? Ответы на наши вопросы будем искать здесь и сейчас. В студии временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД, управления МВД по Владимирской области, полковник полиции Александр Ершов. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, что мы в прямом эфире, это значит, нам можно задавать вопросы по теме, а номер студии вы сейчас увидите на экране. Да, сегодня уже немножко мы пропустили дату, но на днях сотрудники службы отмечали профессиональный праздник. Насколько богатая история именно у Владимирской дорожной полиции? Ну да, действительно, 3 июля мы отмечали праздник образования, 87-я годовщина образования службы госавтоинспекции. Было торжественное построение, вручили награды, грамоты, благодарности. Вообще, общая госавтоинспекция страны образовалась в 1936 году. Вот, а Владимирская госавтоинспекция образовалась в 1944 году, как и УД по Владимирской области. В то время достаточно мало было. Изначально 6 человек, потом 28. Вот, из оборудования, так сказать, были старые мотоциклы, там Харлей, там парочку. Вот, ну и жезл, как обычно, да. Вот, то есть в данном случае постепенно-постепенно мы как бы наращивали, и количество людей увеличивалось, и транспорт появлялся служебный. Сначала какие-то мотоциклы, потом постепенно машины. Вот, ну, современный вид вы, наверное, все видите на наших улицах, как мы несем службу. То есть современные машины, современное оборудование, приборы и так далее используются сейчас активно. Но все-таки тоже, что многие отмечают, самих инспекторов при этом стало заметно меньше. Какие приоритеты в работе дорожной полиции вот сейчас, на 23-й год, и вообще вот на этот период нашей жизни? Значит, основная задача остается у нас — безопасность дорожного движения, охрана порядка. Ну, кроме того, наверное, все вы знаете, что госавтоинспекция выполняет такие функции, как регистрация транспорта, выдача водительских удостоверений, то есть прием экзаменов. Также осталось у нас техосмотр автобусов. Вот. Еще сейчас добавилось, это выносим постановление по фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас активно этот развивается. Вот, если в двух словах, функции такие достаточно широкие, достаточно много ведомств участвует в данных мероприятиях. Значит, у нас в соответствии с указом президента 204-м есть стратегия развития. Вот, вы, наверное, слышали, это так называемый указ о качественных и безопасных автодорог, в котором предусмотрено снижение, постепенное снижение количества погибших с базовым значением 2017 года в 3,5 раза до 2024 года. То есть вот эта цель наша, которую мы стараемся выполнить. Как я уже говорил, не только госавтоинспекции, то есть здесь задействовано очень много ведомств, там больше 15, там здравоохранение, там, значит, дорожные сети, дорожные организации, там администрации городов, районов, там, ну, то есть существенно, достаточно большое количество ведомств также отвечают вместе с нами совокупно. Образование, там, ну, по детям, да, отвечают за эту программу. Заметная часть невидимой работы госавтоинспекции — это аналитика. Каким образом ведомство ситуацию на дорогах анализирует, предлагает свои выводы тем, кто отвечает за конкретные участки, за конкретные трассы? Что поменять, что изменить, в том числе коренным образом? Ну, у нас, если брать, ну, вы имели в виду проучет, да, да. ТП, да. Учет дорожно-транспортных происшествий, он регламентирован постановлением правительства 1502-2020 года. Ну, было, до этого было еще раньше аналогичное постановление, то есть, согласно которому учитываются все ДТП, которые произошли на территории, там, скажем, региона, области, страны. И есть ДТП, которые входят в государственную статистику, это с пострадавшими людьми, где погибли либо получили ранения
люди в дорожно-транспортных происшествиях. То есть авария аварии рознь, да? То есть не каждое столкновение, не каждая царапина попадет в статистику? В статистику попадет, но именно в государственную, где мы, вот, как правило, оперируем такими, значит, происшествиями, когда мы всегда говорим, ну, ГАИ, в частности, ДТП, погибло, ранено, да, то есть мы оперируем именно вот те, которые вошли в госстатистику как происшествия с пострадавшими людьми. Наиболее, ну, для нас важна эта статистика, и все цели, в общем-то, которые ставят перед нами, именно сокращение вот именно вот этой статистики. Хотя, конечно, мы работаем и с авариями, которые повлекли материальный ущерб тоже. Вот у нас учет сейчас на, скажем так, на новом уровне происходит. Если раньше это были бумажные карточки, которые там присылались с районов и там учитывались, потом это все через телетайп, так называемый, направлялось в Москву, то сейчас это все онлайн, и все ДТП оформляются с фотографиями, и все это закачивается в базу данных. То есть любое ДТП, в том числе даже с материальным ущербом, в принципе, можно поднять и увидеть, и дорожные условия оценить, и причины. Причин тоже бывает несколько, то есть там, ну, как некоторые люди, а какая причина аварии, да, бывает там, он пьяный, выехал на встречную и там превысил скорость, вот, пожалуйста, три причины. Там бывают сопутствующие причины данного происшествия, ну, в частности, где-то дорожные условия в месте ДТП были не совсем, там, скажем, корректные, тоже способствуют ДТП. То есть вот их причин бывает несколько, основная и сопутствующие какие-то дополнительные причины. Вот все это в карточках учитывается. Там, ну, в том числе и такие данные: марка, машина, там, модель и так далее. Все это учитывается в карточке учета ДТП, которые, в общем-то, потом из этого строится статистика, и анализ проводим на основе вот данных, которые забиваются в базу данных. А с этой статистикой что дальше происходит? То есть она лежит мертвым грузом или она куда-то идет по ведомствам? Например, вот известные места концентрации аварий, да, Везняковский район, там конкретный светофор на трассе М7, или во Владимире, конкретный пешеходный переход где-нибудь в районе парка 850-летия. Там даже два таких, которые, вот, ну, к сожалению, регулярно попадают в сводки. Вот что с этой информацией дальше происходит? Значит, ну, как я говорил, информация изначально, она у нас онлайн забивается в федеральную базу, то есть она анализируется как нами, так и на федеральном уровне. Исходя из данного анализа, даются предложения, в том числе на уровень, ну, на разный территориальный уровень, там, улучшить ситуацию, там, допустим, необходимо нанести там горизонтальную разметку там где-то, или установить светофор, или там искусственные неровности положить вблизи пешеходных переходов. Вот на основе анализа ДТП, чтобы снизить тяжесть последствий. То есть, если вот вы говорили про Везняковский район, там, в частности, особенно, ну, вот в этом году поменьше, вот несколько лет назад там было очень много происшествий, связанных с задними, так называемыми, столкновениями. Или наезд на стоящее транспортное средство, или, значит, несоблюдение дистанции. В основном анализировали, большая часть таких аварий, к сожалению, происходит из утомления за рулем. То есть, у дальнобойщиков, как правило. Ну да, да, как правило. Но не только. И семьи, бывает, едут издалека там и засыпают тоже такие. То есть каким образом можно бороться? Ну, любой человек, в общем-то, понимает, что сон за рулем, ну, надо остановиться, где-то поспать. Если человек не останавливается, то как-то его принудительно, чтобы он проснулся. Какие методы? Ну, во-первых, какие-то методы, которые, скажем так, можно разбудить каким методом? Нанесение шумовых полос, к примеру. Раз. Потом улучшение видимости перекрестка. Вот сейчас стали использовать, может быть, обращали внимание, особенно в ночное время видно, так называемые дублирующие ленты светофоров. Там, если у нас идет светофор, ну, обычный, да, в понимании людей, трехцветный, плюс это вдоль опоры. Опоры, да, и причем с заходом наверх, вот эта лента, она дублирует зеленый, желтый или там красный сигнал, который, в общем-то, видно издалека и тоже понимаем. Потом опасный участок мигающий, да, тоже, если человек, у него затумается, ну, он как бы начинает засыпать, но еще с открытыми, так сказать, с открытыми глазами, и вот это
мерцание заставляет его тоже в данном случае проснуться. Вот еще сейчас такие вещи, как шрифт-балки используются. Так, ну, смысл в том, что... Незнакомая нашей области история, но, в общем, присутствующая. Нет, сейчас уже есть у нас, да, и они установлены на новой дороге, сейчас М-12, uh-huh. несколько таких шрифт-балок установлено, они работают. Uh-huh. В общем-то, издалека видно, то есть кажется, что стоит машина, подъезжаешь. Не стоит. Да, стоит. Но я, то есть, поскольку я уже говорю так, люди, это не значит, что может и стоять на самом деле, да. Поэтому здесь просто она на опасном участке выставляется, и чтобы человек не заснул. А каждый весенний-летний сезон дороги, тротуары чаще, наводняют владельцы электросамокатов. Теперь, как их официально величают, владельцы средств индивидуальной мобильности. Каждый раз это вызывает бурю негативных эмоций у других участников дорожного движения, и у водителей, и у пешеходов. Но, вот строго говоря, с точки зрения специалистов организации дорожного движения, в контроле за ним, так ли страшна новая категория транспорта, как ее малюют? Или все-таки владельцы СИМ – это такие наименее защищенные участники дорожного движения? Почему я этот вопрос задаю? Потому что я изучал статистику, вернее, пытался изучить эту самую статистику, когда, наконец-то, владельцы самокатов вышли из категории пешеходов. Все-таки сложно со статистикой в данном случае работать. И подивился требованием запретить электросамокаты, например, потому что, слушайте, если сравнивать количество погибших в авариях, запрещать-то надо автомобили, наверное. Ну, здесь, наверное, законодательство идет, так сказать, с опережением. Во-первых, с 1 марта, да, у нас средство индивидуальной мобильности было официально заявлено, в правилах прописано, но, в принципе, это тоже является транссредством, там тоже это прописано. Вот, и, ну, это вот гироскутеры, сегвеи, моноколеса, потом у нас самокаты электро, тоже туда же вот, вот все это как бы отнесено к этой категории. Вот. Насколько она опасна, ну, действительно, вы говорите, статистика пока небольшая, то есть количество происшествий не так много. Да, может быть, постучать. Вот. Но иногда проблемы, они действительно, особенно где-то в центре города, когда большое пешеходное движение, и, соответственно, если еще у нас тут самокатное, оно иногда приводит к таким, может быть, больше эмоциональным вопросам, но иногда и происшествиям тоже. Uh-huh. Вот. Потом еще здесь я бы хотел обратить внимание, вот эти все техники, да, особенно самокатов, ну, в том числе и велосипедов, у нас почему-то надо эту, я думаю, тенденцию переламывать в плане того, что не спешиваются при переходе пешеходных переходов. Прямо вот в заметном городе вот как-то это кидается в глаза. Но ГАИ пытается, конечно, в этом плане работать, но не всегда хватает, скажем так, именно на эту категорию сил и средств, чтобы вот буквально на каждом выставиться и смотреть, кто как переезжает. Особенно, конечно, это надо, допустим, подростков в школах вот это воспитывать. Вот у нас еще необходим такой немаловажный момент, чисто как бы практический, и чтобы все понимали, что у нас, допустим, самокаты есть по мощности, ну, не только самокаты, ну, в частности, скажем, самокаты электро. По мощности они разные. То есть есть у нас до 250 ватт, если 250 ватт мощность, то это не, до, значит, нет необходимости иметь права. Да? Но если у нас превышает 250 ватт до 400, то это приравнивается как бы к мопеду, то есть должна быть категория N. Если у нас больше 400, это уже категория А идет, уже как мотоцикл. То есть, соответственно, если мы, ну так, чтобы вам понятно было, если вдруг человек управляет транспортом вот с, ну, как, не имея прав, получается, да, то есть он будет наказан как водитель, не имеющий права, да. Если он управляет тоже тем же самокатом электро, не, при этом, значит, в нетрезвом состоянии, он должен понимать, что он будет лишен прав не только там категории М, да, а он будет лишен прав всех. То есть если некоторые, там, я вот приехал там где-то отдохнуть,
условно, в каком-то небольшом населенном пункте, я прокачусь на самокате в нетрезвом состоянии. Я же не на машине, я же не на машине, да. А он, а потом оказывается, что у него основной вид дохода, это он там дальнобойщик, к примеру, да, а его лишили всех прав. То есть это надо понимать. Ну и, соответственно, особенно здесь необходимо разъяснять, опять-таки, родителям, родители должны понимать, что детям нельзя покупать некоторые самокаты, потому что у них нет прав еще. Вот. То есть, если это самокат, он же мопед, или самокат, он же мотоцикл, то должны быть права на эти. А у подростков у них нету, скажем, прав там. Или, если это осознанное явление, то необходимо, значит, получить права и, значит, уже дальше. Не только подростков касается, вообще даже людей, которые просто... Очень большая категория. Да, это я про детей особенно, а так человек купил, там, допустим, от 250 до 400 ватт. Я сейчас поеду, у меня прав нет, ничего страшного. Это неправильно. Если к владельцам СИМ государство взывает к их совести, то вот к владельцам автомобилей там все как-то посерьезнее. Тут неусыпное и бдительное зоркое око камеры присматривает, и благодаря видеофиксации сейчас, ну, если верить статистике, уменьшается количество аварий на дорогах. Но аварии авариями, а есть еще нарушения. Вот количество нарушений правил дорожного движения снижается? И насколько заметно? Ну, здесь, смотрите, если брать... Пока, скажем так, период, когда идет рост. А, то есть чем больше камер, да, а камер стало заметно, да, больше, тем больше камер, тем больше они видят. Пока, да, больше нарушений идет. Но, как показывает практика, вот встала камера на определенное место, сначала идет рост, потом снижение и какой-то стабилизации. То есть там, ну, транзитный, там, как правило, кто-то знает. Вообще задача камер не выявить нарушения, а профилактика ДТП. Камеры выставляются в местах, как вы говорили, концентрации ДТП. То есть только там, где очаги аварийности, где потенциально опасные места, вот туда выставляются камеры. Есть еще у нас 187 камер, из них там порядка 25 передвижек, передвижных. Камеры, они, ну, стационарные, как я сказал, они устанавливаются именно где места концентрации ДТП. Передвижные, они тоже для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку. Там мы смотрим, допустим, за месяц у нас меняется обстановка, где-то вот начинает биться ДТП. Мы туда передвижную камеру согласовываем с администрацией. Есть центр безопасности, кто выставляет эти камеры. Вот, с нами они согласовывают места, мы даем согласование, и они выставляют в те места, где оперативно что-то изменяется. То есть в негативную сторону мы рекомендуем выставлять вот в тех конкретных местах, где совершено ДТП там, с тяжким последствием, скажем, или где много происшествий происходит. Вот. Когда в конкретном месте появляется уже стационарная камера, принцип ровно тот же. Да, камеры, ну, стационарные, просто здесь их так быстро тяжело менять, но да, тоже... Сразу несколько ведомств должно отвечать, один за связь, да, другие смысл, за столб. Да, смысл такой же, что стационарные камеры тоже устанавливаются в месте концентрации ДТП и тоже влияет на аварийность в позитивном смысле. Но вообще у нас за вот... Ну, вот за полгода, да, где-то 438 тысяч выявлено нарушений таких, вот, плюс 15%. Вот, но влияние, конечно же, есть. То есть человек получает штраф, раз, второй, он все равно, если он по этой же ездит траектории, он в следующий раз в данном случае не будет нарушать. И, в общем-то, мы достигаем того, что по населенному пункту он проезжает со скоростью там меньшей, ну, чем раньше ездил, да, там, если установлено там 60, значит, он 60 едет. И, следовательно, тяжесть последствий, если вдруг совершится ДТП, она намного ниже. Мы добиваемся своего эффекта. Ситуацию на Владимирских дорогах, вот сегодня. Еще да. Секунду, да. Буквально, что у нас камеры сейчас не только на скорость работают. Все должны понимать, что новые камеры, современные, и уже в Владимирской области они действуют, наверное, многие, может быть, ощутили, и на ремень безопасности, и на телефон работают, и на светофор, и на стоп
разметку, ну, в общем, и на разметку тоже в том числе. Вот, поэтому здесь необходимо также это и учитывать, одна и соблюдать. Одна в Коврове, по-моему, за непропущенными пешеходами тоже следит. Правда, одна? Есть на парковку тоже работает камера, да. Есть стационарные на парковку тоже работают, уже применяясь. То есть их разновидность увеличивается. И также позитивно, я думаю, должно повлиять. Ну, то есть, если человек не нарушает, ему ничего не грозит. Если нарушает, тогда извините. То он об этом узнает. Да. А ситуацию на Владимирских дорогах, ну, вот сегодня можно назвать спокойной и стабильной? Если брать вот прошлый год, значит, в прошлом году, в 2022 году, у нас действительно мы выполнили цели вот, указа президента по безопасным и качественным дорогам. Число погибших у нас достаточно серьезно, ну, сократилось до 200 погибших за год. Это, в общем-то, продолжительное достаточно время. Даже вот у нас есть статистика 1977 года. Там оказывается, что это самый такой хороший, что ли, результат. Нехорошо хвалиться, но вот в прошлом году у нас, в общем-то, наши усилия увенчались успехом. Вот. И для сравнения, у нас в 2003 году было 715 погибших. То есть это в три раза больше. То есть, в общем-то, определенная работа, я думаю, в том числе, надеюсь, сотрудников госавтоинспекции, тоже приносит эти плоды. Вот. Если, что касается в текущем году, ситуация не такая хорошая, но все-таки год от года разные социальные условия, разные экономические. Вот, они не всегда вот, как бы предсказуемы и стабильны. Бывают всплески, какие-то рост аварийности. За 6 месяцев у нас зарегистрировано 748 ДТП, что на одно происшествие меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом следует отметить, что количество погибших возросло почти на четверть. 79 стало 97. То есть в данном случае печально. Вот, но число раненых также увеличилось, но здесь поменьше, на 2%. Здесь могу сказать вот тоже такую интересную закономерность. Если раньше, рост транспортных средств был, отмечался вот как бы с ростом транспортных средств, линейный рост и был аварийности тоже. То есть у нас количество транссредств росло, ну и логически, что аварий тоже становится больше. Больше машин, да, больше, больше дорог. Больше машин, больше аварий, да. Но вот вкладывание денег в безопасность дорожного движения, средств, в основном в дорожную инфраструктуру, ну и не только, в остальные институты профилактики, приводит к тому, что в определенный момент количество ДТП, вернее, количество транссредств продолжает расти, а количество ДТП и погибших начинает уменьшаться. Вот. Ну вот, я не знаю, будет видно, не будет. Вот здесь вот я принес. У нас вот были, значит, 2001 по 2008-2007 год. Вот прям как бы явно видно, вот что все... Вот, все в рост. Да, в рост шло. Здесь то же самое. Вот, как бы отмечалось увеличение. Но потом, при определенных условиях, кривая пошла вниз. Я себе позволю еще вот такое уточнение. Вы перечислили основные нарушения, которые видят камеры. А они совпадают, то есть вот этот, ну, грубо говоря, процент, что основные камеры следят именно за скоростью, совпадает ли это со статистикой самих нарушений, что в основном мы превышаем, потом в меньшей степени мы неправильно паркуемся, потом мы еще что-нибудь, или все-таки здесь по-другому? Ну, здесь, я думаю, такой анализ можно тоже попробовать провести, вот, и будет ли закономерность,
только в случае проведения такого глубокого анализа. В данном, может быть, не, возможно, такой закономерности есть, а возможно и нет. То есть здесь надо... Хорошо, тогда я просто упрощу. Вот самое частое нарушение сейчас у нас это что? У нас, если брать по тяжести последствий, ну и в текущем году отмечался рост ДТП, связанный с выездом на встречную полосу движения. Угу. Именно тяжесть последствий, да? Потом, потому что это лобовые столкновения. Да, ну как я уже говорил, что здесь в данном случае вид идет, выезд на встречную, вид, да, там есть причины, причин, как я говорил, их много. Ну там, возможно, скорость движения, да, возможно, тот же выезд намеренный, это обгон там и так далее. А то возможно есть... и яма, которую по-другому не объедешь. Да, ну, теоретически бывает, да, ямы, но, как правило, мы фиксируем все-таки сопутствующие условия, там, потому что непосредственно дорожные условия тоже бывают, но достаточно редко. Все-таки, как правило, они сопутствуют. То есть нечто произошло, мы смотрим, ага, здесь нету разметки, она могла сопутствовать, но не главный фактор там, но, тем не менее, мы учитываем тоже. Вот. И еще надо здесь отметить, что, в общем-то, может быть, как раз вот это вот финансирование дорожной составляющей приводит к тому, что вот, в принципе, с ДТП с НДУ уменьшается. Ну, сейчас вот тенденция чуть-чуть меньше становится. То есть дороги в целом улучшаются. Это тоже обывателю, мне кажется, логично. Как же? Дорога была с ямой, дорога, извините, раздолбанная. Там ехали 20 километров. Вроде бы какие серьезные последствия, тяжесть последствий при такой скорости. Дорогу сделали идеальной, она как взлетная полоса, и на ней перестали биться. Да, обывателю, но, кажется, но, странно. Но, да, но с одной стороны, здесь ну, бывает такое действительно. Сделали дорогу, начали скорости возрастали, и происходит ДТП с тяжкими последствиями. Ну, чтобы этого не было, как мы говорим, изучаем, и в таких местах стараемся какие-то делать ну, искусственные неровности, шумовые полосы, там, еще что-то. То есть указывают, что это опасный участок и так далее. Чтобы все понимали, вот, что в данном случае... Здесь дорога-то хорошая, но не значит, что... Ну, не идеально. И вот, а вот я понимаю, что ведь не сотрудник ГИБДД приедет и установит искусственную неровность, приедет и смонтирует здесь светофор. Здесь задача вашего ведомства именно предложить конкретную или там не несколько альтернатив для того, чтобы уже ответственная структура, дорожное агентство, там, муниципалитет... закупили эту технику и поставили. Да, у нас здесь, естественно, устанавливает это не госавтоинспекция. Вот, но у нас есть, ну, действует областная комиссия по безопасности дорожного движения и в районах территориальные, на которых, в общем-то, некоторые вопросы мы выносим по безопасности движения, и они принимают, обретают решение в данных, значит, комиссиях. Мы настояли, что в каждом территориальном муниципальном образовании, где есть комиссии, возглавили ее непосредственно главы городов, губернатор нас поддержал. Вот, то есть в данном случае через такие механизмы института мы решаем данные вопросы. И... Грубо говоря, напрямую. Да, да. А опасность пьяного вождения. Мы коротко уже говорили в данном случае о владельцах самокатов, но все-таки последствия пьяной езды на машине, вот они-то серьезнее. Да? И многие годы россияне эту тему обсуждали. Многие годы специалисты всех мастей предполагали, какая же мера станет вот действенной для того, чтобы количество таких аварий снизить, выпивших за рулем во Владимирской области. Много? Количество ДТП, которые, которым, значит, водитель был в нетрезвом состоянии, оно уменьшается. Вот сразу скажу, что... То есть меры действуют? Действуют, да. Но количество выявляемых нарушений, оно, в общем-то, ну вот, если касается в этом году, то мы больше выявили водителей в нетрезвом состоянии. Вот. Но при этом надо понимать, что... Есть, как вы сказали, санкции, да, которые ужесточились, и водители, в общем-то, понимают это, и есть закономерность, что чем выше санкция, тем меньше ДТП. Есть такая связь. Вот. И в данном случае у нас, ну, должны все опять, я еще раз напомню, что за данное правонарушение только лишение прав, значит, высокий штраф там 30 тысяч, вот, повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, это у нас
264-я статья Уголовного кодекса прямовая, в котором вплоть до лишения свободы предусматривается. То есть все должны понимать, что и данные факты мы выявляем. Но если вот по цифрам, то порядка 4 тысяч в год мы выявляем, 4-5 тысяч это водитель нетрезвого состояния, и порядка 500, вот кто повторный раз. Уголовная статья – это два раза нетрезвого состояния в течение года. Пожалуйста. Довольно серьезно. Да. А еще один вопрос, который волновал в основном пользователей социальных сетей, там автомобилистов много. Не так давно обсуждали новость о закрытии стационарного поста у Юрьевца. А, казалось бы, водители чаще всего радуются тому, что ага, нет контроля. И действительно заметно, знаки 60 там сейчас как украшение, по-моему. Но нашлись и те, кто удивлен и даже взволнован, а насколько дорожное движение вот на этом конкретном участке федеральной трассы теперь безопасно. Вообще, как ведомство сейчас контроль за дорогами ведет, что вот такой пост стал не нужен? Ну, у нас в данном случае, я могу сказать, что решение принято о том, чтобы посты были закрыты. Они по каким причинам? Они на самом деле в последнее время стали малоэффективны из-за того, что их можно объехать. То есть тоже такой вариант. Очень много появилось дублирующих дорог, которые в том числе вот сейчас М-12 строится тоже. Вот. И поэтому одно из таких весомых решений, то, что вот их можно объехать. Вот. Плюс у нас все-таки пост, почему еще говорю, недостаточно был эффективен. Народу достаточно много задействовано, а все-таки эффект от него, все знают, что здесь пост. Ну, такой был не очень большой с точки зрения и обеспечения безопасности дорожного движения. Вот. Поэтому решили высвободить наряды, которые, в принципе, могут контролировать то же самое движение, но и более мобильны. Вот, можно где-то использовать маневр сил делать и так далее. Вот вопрос, который я хочу задать в конце. В прошлом году Владимир получил комплексную схему организации дорожного движения. Этой осенью те же самые воронежские специалисты нам еще обещают отдельную схему для общественного транспорта. Вот введение этих новшеств мы, честно говоря, пока не заметили. И действительно, у мэрии есть, как у заказчика, право что-то выбирать, что-то не принять. В общем, будем гадать. А чтобы Владимирская госавтоинспекция внедрила, изменила и ликвидировала вот именно в нашем городе на владимирских дорогах? Ну, мы действительно, комплекс схемы организации движения к нам поступает не только с Владимира, но и с других регионов. Но обычно смотрим с точки зрения безопасности. То есть там, допустим, если вот мы про велосипеды говорили, есть ли велосипедные дорожки. Там, если автобусы, то есть ли заездные карманы для автобусов там. Вот, светофоры там необходимо ли в каких-то местах установить. Вот, может быть, где-то. Ну, это вот как бы что касается комплекса схемы. Потом есть непосредственная схема движения, там уже более конкретные по каждому месту там тоже уже рассматривается. Вот, ну, что касается вот, как говорится, комплекса схем, здесь к нам поступает, мы рассматриваем. Вот, но мы принимаем, естественно, еще решения такие, смотрим вблизи детских, допустим, учебных учреждений, установлены ли искусственные неровности, знаки там, есть ли ограждение там, чтобы, по детям важный вопрос тоже безопасности. Вот, такие вещи тоже просматриваем. Вот, потом по автобусам у нас как бы это другая тема. Там в каждом, при Министерстве транспорта рассматривают комиссионно маршруты движения автобуса тоже. Там конкурс так называемый. Вот, это в каждом территориальном образовании есть. То есть ГИБДД при наличии собственного мнения, при наличии аналитики действительно влияет на ситуацию и, надеюсь, позитивно. Ну вот для сравнения, я вот просто сейчас почему-то мне пришло на память, что у нас в Лакинске, сейчас почти по всей у нас, если брать дорогу М7 «Волга», все вы знаете, Москва, Нижний Новгород, да, она почти на всей длине установлена барьерка, разделяющая встречные потоки движения. А в Лакинске там было проведена реконструкция, там и
шумовые экраны были поставлены, и надземные пешеходные переходы поставлены, и вот, как говорят, разделяющие встречные потоки движения. У нас в Лакинске, я помню, вот до этого реконструкции на 1 километре доходило до, вот, если не соврать, 26 ДТП с пострадавшими mm-hmm. людьми на 1 километре. Mm-hmm. Вот. Погибших там тоже было достаточно много. Вот. Там на каждом километре буквально вот происходило. Сейчас мы почти его не слышим. То есть вот реальные меры, которые принимаются, они вот влияют на аварийность. Александр Иванович, с прошедшим вас профессиональным праздником. Спасибо, что вы к нам заглянули. Всего вам самого доброго. Да, спасибо. Также хотелось бы поздравить всех сотрудников с этим праздником, ветеранов, вот, ну и участников дорожного движения. Пожелать безопасных дорог, чтобы транссредство вас не подводило. Спасибо. На сегодня все. В грядущий понедельник узнаем, какие новые услуги владимирским предпринимателям готов предложить Центр Мобизнес. До встречи.